Еще раз повторим. Западные страны, прежде всего Соединенные Штаты, не дают добро на мирное разрешение украинского конфликта. Придавленные попытки переговорных процессов, накачка оружием Украины и поведение западных дипломатов. Вот, например, площадка ОБСЕ. Вроде бы платформа для разрешения конфликтов. По крайней мере, для этого создавалась. Если в Европе или близлежащих землях разгорается военный конфликт, ОБСЕ должна приложить все усилия для его скорейшего разрешения. А на деле? Покажем пример. А также пример того, что головы европейской дипломатии зачастую говорят одно, а думают совсем иначе. Рубрика Екатерины Тихомировой. Дипломатия – искусство тонкое, но, увы, утраченное. Формально ОБСЕ сегодня единственная структура на евроатлантическом пространстве, у которой есть существенный потенциал для вывода мира из международного политического тупика. Пользуются ли шансом так называемые западные партнеры? Нет. Запад придушил Минские соглашения, придушил урегулирование в зародыше год назад, нашпиговал Украину оружием и, потирая ладошки, наблюдает за тем, как пламя конфликта разгорается. Рядовое заседание постоянного совета ОБСЕ. Увы, абсолютно рядовое поведение дипломатического корпуса демократии Европы. Желает ли взять слово еще какая-либо делегация? Я не вижу. Вижу, представители Литвы, вам слово. Вы знаете, Российская Федерация, политическое и военное руководство, но я думаю, что и российские дипломаты, в том числе и в этом зале, страдают параноидальной шизофренией. Такие заседания проводятся для поиска общего фундамента в решении мировых проблем. Идет вроде как попытка урегулирования украинского кризиса. По факту неэтическое с точки зрения дипломатии поведение. Балаган. Площадка-то ОБСЕ или просто встреча, но западная дипломатия превратилась в твиттерную. То есть говорят, будто пишут постики в соцсетях. Главное, чтобы поострее, тогда и больше лайков. Вообще появилась мода на оскорбления. Ярче зубоскалишь, может, и быстрее получишь медийность. Такое блогерство в пиджаках у трибуны. Может, увидят и дадут повышение по службе. Вспомним хотя бы яркую фигуру украинского мельника. Отойдите к черту в адрес немецких общественников и политиков, предлагавших решать конфликт переговорами, а не танками, до знаменитой ливерной колбасы в адрес лидера ФРГ Шольца. Или совсем свежего. Посол Румынии в Кении во время встречи с восточноевропейскими дипломатами в отделении ООН в Найроби сравнил африканских коллег с обезьянами. Он увидел рядом с резиденцией обезьян и отпустил. К нам присоединяется африканская делегация. Конец цитаты. Европейская дипломатия – вид наичистейший, без приукрас. Дипломатическая школа на Западе деградирует, чем, например, занимаются дипломаты и консулы в странах пребывания в последние десятилетия. Провокациями, подкармливанием ручной оппозиции попадают в скандалы, например, пьяная езда, но никак не установлением контактов. Интересы у стран Европы сейчас другие, а маленькая страна в группе НАТО чем может быть полезна для блока, кроме своей географической расположенности? Только оскалом моськи, что так и лезет в драку. Это краткий пересказ басни Крылова. Я бы хотел призвать всех людей в этом зале, включая и эмоционально несдержанных представителей молодых прибалтийских демократий, соблюдать правила приличия здесь, не оскорблять людей, которые здесь находятся. Далее обратите внимание, литовский дипломат хватает наушник. Что там может с громкостью, а может и тут, на площадке ОБСЕ, вдруг русский язык отменили. В общем, что-то не получается у литовского дипломата. Мучительно. Может, вы не шизофреник? Реакция демократического сообщества. Польша. Я не слышал обвинения в шизофрении. Но в какой-то момент все-таки запасы английского становятся недостаточно. И вот сила Пушкина, Достоевского, Толстого заставляет литовца вспомнить уроки школьные русского языка. Все получат ответы. Высокая школа литовской дипломатии – это новая изощренная тактика ведения здесь беседы в постоянном совете. Язык оскорблений, обвинений, но никак не поиск компромиссов и решения проблем. ОБСЕ в теории должна была быть всеобъемлющей структурой в противовес НАТО. То есть если НАТО про войну, военщину и оружие, ОБСЕ про мир, диалог и необходимость разговаривать. Возможно ли это? Судя по всему, нет.
ОБСЕ превратилась в платформу неевропейской безопасности, а европейского шутовства и шабаша. Кто ярче выступит, тот получит больше плюсиков в резюме от американского шефа. Примечательно, что структура ОБСЕ, международная организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, была создана как платформа для урегулирования конфликтов по инициативе Советского Союза. В эпоху острия противостояния двух ядерных сверхдержав СССР и США, холодная война. 1975 год. Дух Хельсинки и как раз политическая оттепель. Но самой советской инициативе было уже почти 30 лет. Эти десятилетия именно США блокировал создание платформы мира в Европе. Доктрина Трумана начала дышать через два года после Второй мировой, от плана Маршалла и до образования НАТО. Где что тогда, что сейчас, балом правит США. А в ОБСЕ среди ее членов как раз много натовских, как, например, Литва. Хотя дипломаты и сами здраво понимают, что становятся посмешищем, линию продолжают. Стоит вспомнить занимательный случай, лишний раз подтверждающий то, что летит из уст говорящих голов на дипломатической арене, далеко не всегда соответствует тому, что думают в реальности эти головы. В польскую прессу в 2014 году случайно, а может и нет, просочился аудиоролик прослушки разговора тогда министра иностранных дел, сейчас депутата Европарламента Сикорского. Вы знаете, что польско-американский альянс ничего не стоит, это даже вредно, потому что создает ложное чувство безопасности в Польше. Почему? Это полное дерьмо, мы вступим в конфликт с Германией, с Россией и будем думать, что все круто, потому что мы отсасываем у американцев, неудачники, полные неудачники. Проблема в Польше заключается в том, что у нас очень маленькая гордость и низкая самооценка. Такая сентиментальность. Такая негритянская. Как? Как? Негритянство. Забавно, но из всего в этом разговоре гордые поляки услышали только про негритянство. А про политическое прелюбодеяние, это в цензурной оболочке об отношениях США и Польши, нет. Но что показательно, Сикорский еще почти 10 лет назад недоумевал, что политика польского блудодеяния приведет к конфликту с Германией и Россией. Что мы видим сегодня, это и видим. Причем этим позаимствуют цитату негритянством страдают не только поляки, литовцы, прибалты. Любой конфликт рано или поздно заканчивается. А заканчивается он тем, что страны садятся за стол переговоров. И говорить надо еще до того, как смолкнет последний выстрел. Если, конечно, страны, входящие в ОБСЕ, хотят, чтобы этот выстрел смолк. Сегодня в ОБСЕ установилось господство либерализма и демократических ценностей в западном толковании. По крайней мере, пока. И порой нет, довольно часто платформа для диалога превращается в дешевое ток-шоу. А вместо дипломатов – артисты невысоких талантов. Екатерина Тихомирова, Виталий Саплица в главном эфире.